Амичи вновь жалуются на тяжелый удушливый запах, особенно едкий аромат. Ощущается в городке нефтяников. Напомню, первые выбросы химикатов горожане ощутили еще в начале марта. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Однако виновник пока так и не найден. Сегодня на пресс-конференции ситуацию прокомментировал прокурор области Анастас Передонов. Он подтвердил, что источник неприятного запаха находится в северо-западной промзоне города. В эти выходные там работала следственная группа. Специалисты проверили буферные пруды Омского нефтезавода. Выяснилось, что филиал некой нижегородской фирмы сейчас ведет там ремонтные работы. В результате проведенных там проб было установлено превышение ряда других параметров, в том числе в 64 раза превышение этилмеркаптана. В настоящее время окончательных выводов сделать нельзя пока, потому что исследования продолжаются, в том числе назначены экспертизы в рамках уголовного дела. Я думаю, что в ближайшее время, наверное, наконец-то мы определимся все-таки с источником этих выбросов.